Для того, чтобы научиться владеть эмоциями, собственным телом, что и проецируется на ваш внутренний мир, который станет экологически чистым, в котором мы вытесним ваши ложные убеждения, фантомные страхи, какие-то мировоззренческие вещи, мешающие вам жить, типа «у меня ничего не получится» или «я такой неудачник». Нам необходимо работать со своим эмоциональным аппаратом. Когнитивная психотерапия и занимается научением поведения человека и затрагивает его эмоциональный, чувственный аппарат. Она учит, эта психотерапия, учит быть немного другим. Когнитивно-поведенческая терапия, она обучает человека владеть своими эмоциями, чувствовать свое тело, владеть своим настроением. Это третий ролик нашего фильма. И он связан с научением владеть эмоциями. Когда вы создаете эмоции, и когда вы не идете на поводу собственных негативных эмоций, это не значит, что мы будем создавать только позитивные эмоции. Мы можем и раздражаться. Но важно понять вам, что каждая наша эмоция сопровождается выбросом определенного гормонального коктейля, который и воздействует на нас химическим образом. Вы же идете у психотерапевтов, таблетки, химию пьете, которая тоже как-то воздействует. А тут мы заставляем свой организм сопротивляться негативным вот этим коктейлям кортизона и других гормонов стресса. И вырабатывается у нас эндорфин, серотонин, дофамины разные. Те гормоны, которые дают нам азарт жизни, радость от получения этой жизни. Одним словом, этот этап владения эмоциями. Вначале мы будем создавать эти эмоции, затем мы будем их применять вместе с невербальным нашим языком, сочетать в себе и внутренние образы эмоциональные, и внешнюю физику нашего тела, пантомимику его, с учетом голосовых связок, с интонацией, тембром голоса, скоростью речи. И все это влияет на наш внутренний мир. Вот это и изучает когнитивная психотерапия. А не какие-то там заморочки с тонкими или толстыми телами, какими-то эзотерическими выдумками, мистическими фантомами, которые и могут загружать вашу голову. Вы чувствуете себя, чувствуете свое тело в этом реальном мире. И мы уже прошли с вами 3 ролика и уже умеем в этом мире адекватно и гармонично жить.